Я бы порекомендовал вам внедрить всего 6 привычек. Всего 6 привычек. Дело в том, что каждый человек в течение дня 90-95% решений в течение дня принимает на основе привычек. Соответственно, если брать вашу 100-летнюю жизнь, то 90-95 лет вы живете по привычкам. То есть я называю это по заводским установкам. Это неосознанная жизнь. Так вот, когда вы начинаете заводские установки менять на те привычки, которые вы сами выбрали, вы начинаете жить той жизнью, которую вы выбрали сами. Поэтому не замахивайтесь на большое и всегда помните, что самые большие изменения в жизни происходят из маленьких ежедневных шагов.